Вторую дымовую трубу ТЭЦ-2, часть которой обрушилась в начале апреля, уже начали разбирать. Скоро она исчезнет совсем. Такое решение приняли в СГК. Единственным критерием и лимитирующим по скорости демонтажа является ветер, погодные условия. Разборка трубы будет осуществляться вручную и осуществляется, выбираются погожие дни. Примерно скорость демонтажа 1 метр в день. Конструкция железобетонная. Взрывать без риска для установок вокруг не выйдет. Демонтаж займет 2 месяца, и на нагрузку ТЭЦ это не повлияет. Ремонт поврежденного конвейера подачи рассчитан, а к осени собираются расконсервировать оборудование, которое подключено на третью трубу. На это компания выделила 100 миллионов рублей дополнительно к 622 миллионам, которые были запланированы еще до инцидента. Предстоящую зиму на ТЭЦ-2 собираются пройти с мощностью одной трубы. ТЭЦ-2 обладает большим резервом мощностей. Ее установленная мощность 1162 гигакалории. В самые суровые морозы мы отпускаем всего 67% от этой установленной мощности. К слову, причины обрушения по-прежнему не ясны. Комиссия Ростехнадзора все еще работает. Ориентировочно где-то до конца июня она должна закончиться, если никаких дополнительных проверок не будет назначено. Поэтому посмотрим по результатам. Дальше Ростехнадзором прежде всего будет приниматься решение о проверочной деятельности по остальным объектам. Кроме того, этим летом СГК в Барнауле отремонтирует 29 километров теплосетей. В приоритете все еще сети большого диаметра, так как при таких порывах под отключение автоматически попадет и большое число потребителей. А в целом в компании стремятся проводить ремонт так, чтобы без горячей воды жители проводили максимум неделю. Анастасия Дорогань, Николай Шелко, «День с толком».